Блин, что сказать? Ну, мы желаем всем веселья, короче. Мы так накрашены, потому что мы представляем палатку стилистов. Может, ко мне на стаканчик лимонадика? Нет, мне нельзя к незнакомым девочкам домой. Почему? Я за это уже отсидел. Владимирский централ. Это называется наш местный Долгопилский КВН. Сборная Долгопилса. Что делать, если проснулся в сарае? Проверить, мокрая ли вода. Там животное или чебурашка. Собрались инициативные, молодые, креативные ребята и решили сделать свою команду и попробоваться в Лиге Риги. Вроде бы что-то получается, и поэтому у нас есть какие-то шансы вообще на дальнейшее развитие. Я в ответ промолчу, ведь тебе я ковыряться не хочу. А
Bye-bye.